Привет, друзья! С вами Андрюха Байкал. Сегодня готовим басму с курицей в казане на костре с дымком. Казанчик разжигаем заранее, так как нам будут нужны угольки. Блюдо готовится на углях, получается супер вкусно. Смотрим, что для этого нам понадобится. Для нашего блюда понадобится, здесь у меня курица. Вообще, по идее, блюдо готовится с говядины, со свинины, с баранины можно. Я сегодня приготовлю с курицы. Понадобится капуста, понадобится картошечка, понадобится морковь, лучок, вкусная соль, перец черный, зира, кориандр. Взял петрушку сушеную, лук сушеный. Также домашние помидорки у меня замороженные. Здесь приправа для мяса, чесночок один. Болгарский перец и зелень. Зелень, укроп, понадобится острый перчик. Болгарский перчик нарежем кубиком. Морковь нарезаем квадратиком. Лук полукольцами, крупненько. Картошку тоже пополам. Смажем. Вылаживаем нашу курочку кожицей вниз. Курочку присолим. Дадим перчика. Дадим кориандра, дадим зиры, зеленый лучок и дадим петрушка сухая. Добавим лучок. Дальше даем морковь. Дальше болгарский перчик. Все, даем сюда помидорчики, так распределим, дадим сюда чесночок, прямо вот так его с краешку поставим, дадим сюда перец черный, вернее перец острый, чили, прямо не режем его, ложим на наше блюдо, посыпем зеленью, у меня укропчик. Немного. Дальше отправляем нашу картошку. Так распределим ее равномерненько. Сверху присолим немного. Добавлю приправу для мяса. Капусты отрежем попку, так можно сказать. И потихоньку листики. И делаем с капустных листьев шапку. Закрываем прямо все аккуратно. Такая шапка должна получиться. Так вот ее отрабуем, еще маленько прижмем. Возьмем, сегодня возьму не крышку, вот такой тазик металлический. Накроем наше блюдо так, чтобы еще что сделаю. Здесь у меня камушек есть рабочий, с Байкала привез, байкальский камушек. Придавлю сверху, так положу грузик. Все, и на медленном огне начинаем томить
час-полтора. Там посмотрим. Послушаем. Шипение идет. Это нам и надо. Огонь минимальный. Готовим дальше. Пока готовится, бочку под воду покрашу. Итак, друзья, полтора часа прошло. Басма по-любому готова. Будем ее доставать с казана. Аромат стоит, обалдеть. Вначале выложим наши листики капустные в лиганчик. Вот так аккуратно по кругу. Картошечка попала. Выкладываем в казан нашу басму. Сейчас покажу, как все потушилось, приготовилось. Вот картошечка, она рассыпается. Посмотрим курочку. Соответственно, друзья, попробую нашу басму с курицей. Возьму вот картошечку. Возьму курочку. Все тает во рту. Все очень вкусно. Итак, с вами был Андрюха Байкал. Сегодня готовили на природе, в казане, на костре с дымком басму с курицей. Кому понравилось блюдо, не забываем ставить пальчики вверх. Пишите комментарии. Я буду только рад. Всем приятного аппетита. Всем до новых встреч. Пока-пока, друзья.